готовим ягодную клубничную галету. Для теста смешиваем сухие ингредиенты: 300 граммов муки, 2 столовые ложки сахара и 1/4 чайной ложки соли. Теперь добавляем пачку сливочного масла кубиками и превращаем все в крошку. Теперь аккуратно добавляем воду. Если масло было мягким, воды уйдет меньше. Тесто должно скататься в шар, сильно не вымешивая. Делим его на две части, заворачиваем в пленку и отправляем в холодильник на 1 час. Тесто универсальное, подойдет для любых галет. Охлажденное тесто раскатываем сразу на пергаменте. Середину галеты присыпаем крахмалом и в ягоды. Нарезанные на ломтики толщиной 3 мм тоже добавляем крахмал. Клубника очень влажная ягода, чтобы она не уплыла, крахмал нужен обязательно. Начиная с центра галеты, выкладываем клубничную мозаику. Сверху присыпаем сахаром. Количество зависит от сладости ягоды, понадобится 1 или 2 столовые ложки сахара. Поднимаем края теста и формируем бортики. Духовку разогреваем заранее, 180 градусов. Время готовки 40 минут. Готовую галету остужаем на решетке. Хрустящая сливочно-клубничная радость готова!